На проект строительства второй очереди комплекса грибного слалома в Уфимском Инорсе выделят 30 миллионов рублей. Заказчиком выступает Управление капитального строительства республики. Начальная максимальная сумма контракта – 29 миллионов 700 тысяч рублей. Подрядчик должен завершить проектирование к концу года. На первом этапе ему необходимо привести объекты первой очереди к нормативам и увязать их с сооружениями второго этапа строительства. На втором этапе спроектировать административное здание с инженерными коммуникациями. Площадь здания должна составить от 2 до 4,5 тысяч квадратных метров. Этажность от 4 до 5 этажей. Стоимость строительства второй очереди объекта будет определена проектом. Ранее в интервью телеканалу РБК Уфа министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов сообщил, что с начала года стоимость стройматериалов сильно выросла, и строительство комплекса грибного слалома обойдется на 92 миллиона рублей дороже. Мы по грибному каналу, да, с учетом того, что там массивные у нас, ну там бетонная вот такая большая, да, конструкция, там и чаша только очень огромная, да, ну вот порядка мы заявили на допотребность на 92 миллиона рублей. Ну то есть, ну получается где-то 1/5, 1/6, наверное, часть от стоимости объекта. Но еще раз, это именно на строительные материалы, то есть это не на работы, увеличивается только на строительный материал. Напомню, в январе этого года Управление капитального строительства выбрало подрядчика на строительство первой очереди комплекса сооружений для грибного слалома. Стоимость работ оценили в 310 миллионов рублей. Большую часть этой суммы финансирует федеральный центр. Подрядчик обустроит грибной канал от озера Теплого до реки Уфимки протяженностью 250 метров. Эти работы планируют завершить в октябре следующего года.